Можно? Да, конечно. Да, давайте чуть-чуть. Я к вам не с пустыми руками. Спасибо. Вести, опустите микрофон. Я увидел первое отделение, и все первое отделение я просто со слезами на глазах посмотрел. И это были слезы радости и слезы счастья. Спасибо вам за то счастье, которое столько лет, столько десятилетий продолжаете дариться людям. И для меня, я просмотрел много ваших интервью, я очень многому у вас научился. Вот, допустим, эта история, помните, когда вы рассказывали в одном из интервью в конце 60-х годов, когда попали в больницу с разрезанием нерва. И это, конечно, история, как то, как рассказывали, такой тяжелый период, он научил меня не сдаваться и идти до конца своим целям. Для меня это прям очень важно. Спасибо, что Бог так вот срежиссировал ситуацию, что мы с вами наконец-таки познакомились и встретились. У меня есть, конечно, одна женщина-кошка, поэтому, может быть, если что, я к вам отдельно обращусь, как ее правильно дрессировать. Привет, Даня. Знаете, я хочу сказать, я бы очень хотел, чтобы пришли ваши родители, хотел с ними познакомиться. Потому что родители – это главная движущая сила. Они воспитали такого мальчика, который не только талант, но мудр. И я счастлив, что в нашей стране появился такой человек, который объединяет в себя и композитора, и писателя, и певца. Поэтому я тебе желаю создать такое, знаете, движение помощи молодым. Вот как тебя душили все старики, а ты помогай молодым. И ты на фоне этого еще выше. Ты король. Я буду стараться. Желаю тебе удачи. Я буду стараться. Спасибо. 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 Я очень счастлив, что ты здесь в России. И все тебя любят во всем мире. И тот вечный исповедь, которую ты написал, «Крокус», произошло несчастье. Я уверен, эту песню и в Израиле могут петь, там 1500 людей было убито. И в Америке, когда два близнеца рухнули и убили людей. Это катастрофа. Понимаешь, поэтому ты молодец, ты вот смотришь, самое главное. Смотри звезду. Это будет прекрасно. Так у тебя звезда будет всегда светлая. Как вы говорили, что звезда, которая погасла миллионы лет назад, вот, и она продолжает и будет светить вечно. Самое главное, чем больше тепла и мы отдаем людям, и чем больше доброго и хорошего делаем за других, тем шире и ярче открывается возможность вечно. А сколько кошек Ярославу нужно завести для полного счастья? Сколько кошек ему нужно завести? Нет, пусть у него одна есть. Одной достаточно. Ты лучше с одной, вот как мы с супругой, 55 лет пройдите вместе, и это будет интересно. Ты почувствуешь такое, что такое это единое, целое. Так что желаю тебе. Все, надо уже. Все, спасибо. Надо начинать. Спасибо. Я рад с тобой познакомиться. Это мой сын Дима. Мы очень тебя любим. Вся наша семья радуется за тебя и желаем тебе успеха. Ну, мы еще продолжим наше общение. Пока отдыхайте. Спасибо вам большое. Спасибо. Ярослав, не уйти тебе. Здравствуй, мой дорогой. Что за слезы? А? Что за слезы? А, я могу так сказать, слезы радости и счастья, потому что я пришел перед началом и сел не на сиденье, а сел на ступенечки. И как бы подглядывая, как ребенок, именно чтобы именно полностью погрузиться в эту ситуацию. Не просто в кресле, а вот именно на ступенечке, на пол, и так аккуратненько как бы посматривать. Очень трогательно было. И, конечно же, зрители не обмануть. Среди них было огромное количество детей. И этот детский смех, это, конечно, и истории, которые со сцены Юрьевич рассказывал между номерами, они слезы непроизвольно, слезы радости. И поэтому это как раз-таки такие минуты тепла, минуты добра, которых порой так нам всем не хватает в этой суете, которая нас просто
крутит, вертит. И иногда такое счастье просто остановиться и просто на мгновение или на какие-то минуты, да, стать ребенком.